Дили-дили, бог, да, да, типа закрой это. Глаз, типа, она. Типа вот так кто-то делаешь. Ходит за окном и стучит в двери. Дили-дили, бог, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где никому не спится. Данный ролик. Возьми сам. Да, мне кажется, это от чего-то прибавило. От чего? Там, наверное, какие-то будут замки дальше, я думаю. Он смел мне вон там дверь. Попробуем, что там дверь не подходит. Ага. Чисто, мне кажется, ничего не подходит. Нихуя себе. Мне кажется. Короче. Нам нужно где-нибудь сумки оставить. Да, я тебе поговорю, то, что это дверь. Подпри, вставишь. Если вот там снизу, там были такие же бокалы поставлены. То есть, типа, ты задеваешь, там деревяшки. Бля, ну это не ветер же, это точно ебать. Бля, сука, поищем? Как вы уже могли заметить, в этом здании было что-то, нечто очень страшное, которое ходило и блуждало по коридорам и пыталось нас напугать. Мне кажется, нас кто-то ждал до этого, потому что кто-то оставлял какие-то сигнальные штуки, чтобы знать, где мы находимся и что мы заденем. Но мы это сразу же увидели. И как в самых страшных фильмах нас встретило что-то очень дьявольское. Поэтому не советую никому ходить по заброшенным местам. Пока я восстанавливал камеры, Вася, короче, пошел на третий. Я вот говорил про вам, короче, про сигнальные штуки. Вот. Видите? Вот так. О, Вася сверху. Да, да, типа это. Типа, на. Типа вот так сделаешь. Не, нифига не упал. Ладно. Ты полностью этаж поставил? Нет, только зашел. Я так уже устал ходить быстрее. Как думаешь? Это типа кабинет для карликов? Это
Пойдем, тут ничего интересного. А нахрена его подперли туда? Снял просто. Так, сейчас досмотрю, если там нет. Да ничего не будет, и так грязно. Чего я тебе здесь? Бля, давай посмотри все-таки, короче. Вот сколько вот здесь три вот стола, ты, короче, не знаю. Вот так вот, наверное, да? Вы видели эту штуку? Ебать, это какая-то бабка проклятая. Слышал? Ты видел, что-то у меня, блядь, в руке было? Блядь, она идет нахуй.